не знаешь, где купить наклейки и карточки, тогда тебе сюда. Лига чемпионов, РФПЛ, Евро и другие коллекции в интернет-магазине CardPlace. Рекомендую. Ссылка в описании. Всем привет! Наконец-то я разобрался с качеством видео. В прошлых роликах все было печально. Вроде после сброса настроек фотоаппарата все стало нормально, как было раньше. Немного хочу рассказать новостей перед заключительным бокс-опенингом этого блока по Евро-2016. Во-первых, я начал стримить, два стрима провел, но такие они еще пока сырые. Еще буду настраивать, появится вебка, так что заходите. И когда появится FIFA, буду почаще стримить FIFA. Просто кто захочет посмотреть, как я играю, заходите. И еще, пишите в ответы на вопросы. Снова будем отвечать в конце ролика в будущем, а то что-то совсем подзабыл я про это обсуждение. Скину, короче, на него еще раз ссылочку. Заходите и задавайте свои вопросы, желательно интересные. Сейчас на фон поставлю, сколько осталось нам собрать. Собрано сейчас 65%, как я говорил в прошлом видеоролики есть, 119 повторок. Вот эти повторки. И, наверное, еще сегодня будут по-любому какие-нибудь повторки. Ну, номера тут будут написаны на экране сейчас. Где-то тут. Так-то я их показывать не буду. Все эти наклейки видели. И вот последние 5 пакетиков сегодня вскроем. Давайте приступать, в принципе. Сейчас я открою списочек. Сегодня поредактируем немножко. Осталось-то, в принципе, не так много. Ну, как сказать. Осталось еще нормально, конечно. Но... давайте смотреть, кто сегодня нам будет выпадать. Да, вроде снимает вообще чётенько. Херник. Австрия. 644 номер. Повторочка, помню его. Щенсный. 294. Новая наклейка тоже. Помню, что его нету. Турок какой-то. 416 номер. 416. Повторка. Две повторки уже из пакетика. Вьярнесон. Тоже повторка, по-любому. 616 номер. Серьезно, новая наклейка. Круто. Две новые. И Садику из Албании. 86 номер. Новая. Офигеть. Три новые наклейки и две повторки. Тогда будем новые влево ложить, повторки вправо. Неплохо. Тень такая на кадре. Солнечный денек сегодня хороший. Поэтому качество будет хорошее. Шестак. Шестак, походу, так читается его фамилия. Словакия. Словаков мало. Это 230 номер. Должен быть. Да, новый. Отлично. Вида. Повторка. 440 номер. О, двойная наклеечка первая сегодня. Исландия. 606. Повторка. Вот других нету, а вот это именно есть. Еще один исландец. Не буду вчитываться в фамилию. 620 номер. О, новая. Два исландца новых сегодня. И два бельгийца. Это Нейнгалан и Аксель Вицель. 489, вроде повторка. Нет, новая. Классно. Так, я сейчас посмотрю по номерам. Походу, будет вся Бельгия собрана. Вот эти двойные наклейки. Первая команда. А, еще забыл сказать, что сегодня я покажу альбомчик. Наверное, сейчас я открою все пакетики. Оставшиеся вот эти, еще два пакетика. Потом вклею наклейки, исправлю списки. Сначала покажу списки исправленные и пролистаю журнальчик полностью. И сколько вклеено будет. Милнер и Баркли, Англия. 153 номер. Новая наклеечка. Замечательно. Марика, Румыния. 68 номер. Тоже новая. Сегодня очень везет. И это тоже новая. Вратарь Ирландии. Рэндольф. 518 номер. Даже проверять не буду, знаю, что новая. Гармаш. 280 номер, повторка. Смотрите, украшение сегодняшнего видео. Это наклейка с Чехией.
Класс. Ой, какая Чехия, Словакия, что я говорю вообще. Это игроки сборной Словакии. Первая блестяшка сегодня, в прошлом видео не было. Давайте ее отдельно положим. Пусть чуть-чуть повторки будет не видно. И два пакетика осталось. Было бы круто, если бы еще одну блестяшку удалось найти. Потому что нужно еще очень-очень много. А блестящих повторок около 3 штук. Stones, Англия. 133 номер. Новая наклейка. Вообще сегодня везет нам. Кейсейру. 67 номер. Повторка. Зингин. Или как его читать, не знаю. 563 номер. 563. Ух, еще одна новая. Кандрева. Италия. 511. Вот это сегодня вообще нам везет. Лучшее видео, наверное. И Альвежеру даже проверять не буду. Это новая наклейка. Франция. 33 номер. Вот, смотрите, сколько новых. И всего чуть-чуть повторок. И заключительный пакетик сегодня, потом я вклею, отредактирую список и будем смотреть альбомчик. Ребята, сегодня две блестяшки, это 16 номер, новая наклейка. Сразу скажу, я уже посмотрел. Словак Петр Пекарик, 218 номер, это повторка. Румын, 66 номер, по идее, повторка. Да. Но последний пакетик, конечно, все испортил. Кэрол. Северная Ирландия. 326 номер. 326. Повторка. Это Вячеслав Шевчук, Украина. 278 номер. О, новая. Украина очень много собрана, вообще круто. А это эмблемка у нас Швейцарии. Две сегодня блестящие наклейки. Довольно редко такое у меня бывает. И обе они новые, вот, смотрим. А, кстати, я Словакию-то не проверил. 127 номер. Ну да, это новая, конечно. Все, давайте сейчас я буду редактировать списки. Посмотрим, сколько будет повторочек. И... А, ну давайте я еще так скажу, сколько тут повторок у нас. Раз всего лишь, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять повторок всего лишь. И 16 новых стикеров, включая две блестящие. Очень крутой выпуск. Лайк за него ставим, пожалуйста. Поддерживайте канал. Все, не переключаемся. Итак, друзья, что мы на данный момент имеем? Я вычеркнул списки и вбил свои повторки. Еще... Вспомнил, почему в этот раз я так быстро проверял повторки и нужные мне стикеры. Я не вычеркивал нужные стикеры. Ну, в принципе, так быстрее и, по-моему, лучше. Что мы имеем? Сейчас появится табличка. Здесь собрано 67%. Вы должны видеть вот эти вот наклеечки, которые горят синеньким полностью. Это блестяшки. Осталось довольно много блестяшек. И 127 повторок. Вот списочек. И теперь вы можете мне на ласт стикер... Вот на эту страничку, оставлю тоже ссылочку, предлагать обмены. Но обмены давайте договоримся, чтобы были больше 15 штук. Желательно чисто по евро 16, но если интересуют какие-то другие коллекции, то можно и по другим коллекциям. Только наклейки на наклейки. А сейчас я буду вам показывать альбомчик. Забыл зарядить фотоаппарат. Вот, кто не видел, выглядит альбомчик так. Немного... Неровно падает свет. Но думаю, это не будет нам мешать. Вот смотрим, сколько собрано. Тут половина собрана, половина нет. Эти две наклейки имеются. Ну, стадионы тут не были. Наклейками здесь просто картинки. Первая группа А. И сегодня у нас прибавится вот эта наклейка сборной Швейцарии. Здесь уже есть командная фотография. Смотрим дальше, я потом вклею. Специально не стал сейчас вклеивать, чтобы показать офигенность этого пакопенинга. 33 номер. Оливье Жиру. У Франции мало собрано. Зато здесь неплохо, только одна наклейка осталась.
Ну, Румыния так себе, не очень собрана. 68-й это. Я буду показывать только сегодняшние новые стикеры. Вот 68-й номер. Албания. Тоже сегодня есть одна новая наклеечка. Вот эта вот. Вот так собрана Швейцария. Тоже много. А вот Албании только две двойные наклейки. Швейцария. Я говорил вот в прошлом видео, что собрано тоже неплохо. Всего 4 игрока нам осталось. С этой странички сегодня вот такая командная фото Словакии. Россия собрана, эмблемка и командная фотография, кстати. Следующий новый стикер это вот, 133 будет. Но Англия так собрана не очень пока много. Следующий стикер новый, 153, двойная вторая наклейка Англии. Россия тоже неплохо собрана, нету Романа Широкого и одной двойной. Вот эти страницы вообще очень круто выглядят, я не ожидал, что так будут они красиво смотреться. Вот так собрана наша сборная, вратарей нету. Уэльс. Уэльса сегодня тоже не было. Ну, где-то половина нам нужно. Двойные наклейки. Уэльс собран неплохо. И, ну, Словакия, в принципе, тоже неплохо. Зато здесь Словакии мало. Сегодня выпал 230 номер. Одна новая и одна повторка. Здесь всего лишь одна эмблемка в Польше. Очень мало блестяшек падает. И Германия довольно редкие наклейки. Как вы могли по видео заметить, кто постоянно смотрит, вот Украина много собрано, кстати, как я говорил до этого. Смотрите, осталось всего лишь 5 наклеек, и сегодня я закрою еще одну, это Шевчук. Будет новый игрок. Останется 4 игрока сборной Украины. Номер 294, это вот Войцех и Фабианский, нету второго вратаря, точнее, главного, основного вратаря. Больше пока нету, но так собрано очень мало. И двойных тоже больше мало. Следующая команда у нас будет Северная Ирландия. Осталось всего 4 стикера. А нет, сегодня не закроем больше. Сегодня нам выпал такой же игрок, какой же вклеен, это вратарь Кэрол. Вот центр журнала, такой же в принципе, как и в обычной версии альбома. Тут 3 блестяшки вклеено, и все командные фотографии, нет эмблем. Следующая команда Испании. Вот Испания, кстати, очень редко падает, с этого блока вообще практически не было. Смотрите, вратари в разных футболочках. Ну, прикольно все равно выглядит. Странно, что здесь Касилес, основной вратарь. Испания, то здесь много собрано достаточно, одна наклейка осталась. Чехии тоже очень мало и падает редко. Турция. Турция неплохо собрана, но очень много повторок выпадает этой сборной. И здесь Турция. Осталась всего лишь одна наклейка. И плюс к тому, Туран уже выпадал несколько раз. Хорватия. 2 наклейки осталось. Кстати, с этого блока вот таких наклеек много выпало. Всякие Туран там, Ракитич. Короче, топ-игрочки, я их называю. Хорватии сегодня не было, был вида, но это повторка. Здесь есть 2 эмблемки и нету командных фотографий вообще. Бельгия. Бельгии, ну так, достаточно нормально собрано. И сегодня выпало нам, как я говорил, кстати, то, что это будет заключительная наклейка, это Нейголан и Вицель. Как раз будет полностью собрана первая вот эта команда моя. Ну, Италии тоже немного осталось. Сегодня выпал 511 номер. Вот полностью собрали 2 ряда. Следующая команда. Ирландия. Ирландия выпала сегодня. Второй вратарь. Это Рэндольф. Запомнил я, что такой нету по форме.
Это Ирландия собрана неплохо, только топ игрочков не хватает. И Ибрагимович так и не выпал. Швеция. Сегодня тоже будет новая наклейка, 563 номер. После видео буду вклеивать. Здесь больше одна эмблемка. Венгрия. И больше нету блестяшек вообще. Португалия. Мало собрано. Зато есть Роналду. Дани есть. Пепе есть. И Эдер есть. Тут Исландии очень мало собрано. Как вы можете видеть. И Роналду нету. Так и не выпал топ игрок. Зато здесь, вот, в принципе, Исландии собрано неплохо. И сегодня 616 наклейка выпала и 620, то есть осталось всего 2 стикера, это пока моя рекордная команда. Пока лучше у меня нет, чем Исландия собрана. Ну, Австрия сегодня повторка выпала, вот так вот она у меня собрана. Тоже, в принципе, достаточно много. Ну и последняя команда. А, Венгрия, да-да-да, Венгрия точно последняя команда, помню. Это Венгрия. Тоже неплохо. Я подсобрал. Дальше идет история. Тут наклеек нету. Ну, в принципе, на этом все. Сейчас я покажу последние страницы. Потому что в прошлый раз я так и не показал полностью этот альбом. Тут страничка такая. Есть еще Coca-Cola. Со стикерами, по идее, где их брать, неизвестно. Ну и на этом-то все. Такой вот итог этого блок опенинга я подвожу. Постараюсь попозже еще один блок заказать, чтобы дособрать этот альбомчик, в принципе. Ну, спешить некуда. И раскидываться по нескольким альбомам тоже нет смысла. Так что будем собирать этот на 100%. Еще есть танки, про которые я не забыл. Кстати, там всего лишь 192 наклейки. Тоже можно будет потом бокс взять. Надо дособирать альбомы эти два в твердой обложке, потому что они реально классные. С ними ничего не будет, вот они отлично будут сохраняться. Что ж, на этом все. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Всем пока.